В Саратовской области задержали 12 членов преступной группировки. Их подозревают в воровстве и сбыте нефтепродуктов из магистрального нефтепровода. Преступники сделали 4 врезки, а украденную нефть перерабатывали в бензин и продавали. В домах у задержанных прошли обыски. Были обнаружены инструменты, с помощью которых производились врезки. Сварочный аппарат, генератор, вентили, шланги. Нашли оперативники также деньги, свыше 800 тысяч рублей. В настоящее время следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области по всем фактам обнаружения несанкционированных врезок в нефтепровод возбуждены уголовные дела. 7 фигурантам судом избрана мера пресечения и заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации